Сегодня в результате пожара в многоэтажном доме в Цхинвале погиб мужчина. Звонок в дежурную часть МЧС поступил около 11 часов. Пожарные расчеты сразу же выехали на место происшествия. 10:56 в центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре по адресу улица Ленина, 126. На место происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей МЧС. На место прибыли представители силовых структур республики. Здесь также находился президент Алан Гаглоев. По информации чрезвычайного ведомства, огонь вспыхнул в квартире на 4-м этаже на проспекте Алана Джиоева. За считанные секунды пожар охватил всю квартиру. 4 пожарных расчета были задействованы в ликвидации пожара. В ходе тушения пожара был обнаружен человек без признаков жизни. На локализацию пожара ушло где-то часа. Спасти мужчину, который находился в квартире, не удалось. Также в результате пожара пострадал 27-летний житель столицы, который пытался оказать помощь до приезда пожарных. Он находится в реанимации под наблюдением врачей. Медики оценивают его состояние как стабильное. Пациенту было проведено полное обследование. В настоящее время угрозы для жизни нет, сказали в реанимации. Агунда Губозова, Зарина Кочева, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.